состава лидера чемпионата, а в первой пятерке самых результативных игроков, даже в десятке там едва-едва подбираются. Первые четверти, ну и нужно им искать противоядие в обороне всех. И практически без прыжка Наталья Виеру, но я уже говорил. Получается у него вносить перелом своими бросками со средней и дальней дистанции. Сегодня нужно здесь кому-то потолкаться. Эсграйнер побиться за подбор. 5 секунд. Отдавать свое место четверкам Спарта не намерено. Ну и Спарта является одним из наиболее вероятных соперников Вологды в первом раунде плей-офф. Четыре фола Вологдыщего Анатолия. Минута до конца первого периода. Давайте игровую практику, чтобы она адаптировалась в премьер-лиге. Для того, чтобы на план воплотить, то, естественно, план а также составляется исходя из того, что имеется в наличии. Ну, вот. 51-64. Меньше 4 минут. Игра. Thank you.